Ну вот пройдемся по этой части фудкорта. Сегодня пятница, много народу, вечер уже. Вот маленькие разные там ресторанчики. Множество скопившихся вокруг них людей. Отсюда хороший вид. Хорошая освещенность такая. Солнце освещает весь зал. Ресторанчик Paramount. Вот это хороший магазинчик мороженого. Сейчас мы к нему поближе подойдем. Ла Палома, типа итальянский, что ли. Хорошее мороженое. Правда, народу что-то маловато. Сейчас у него здесь протирают они стекла. Вот какие-то суши есть еще. Прощаемся с фудкортом. Ой, эскалатор не работает. Ой, блин. Нифига себе, эскалатор не работает. Что ж без эскалатора делать? Ой, блин. Придется спускаться по лестнице. Ну тоже есть свой. Будем одновременно спускаться по лестнице и снимать. Что-то я такого не помню, чтобы не работал эскалатор. Вниз, правда, не наверх, наверх окей. Вот тут на втором этаже кафе такое. Отсюда красивый вид сверху, как с горы, как будто на горной вершине. О, а здесь эскалатор работает. Здесь пойдем на эскалатор.
вид какой открыт, спускаемся. Сегодня достаточно здесь. Пока-пока. До новых встреч. Йордвилле. Это Торонто, Канада. Йордвилл Молл еще раз. Пятница, 23 июня. Пока-пока.